типа, одевайтесь, сейчас будете играть, потом заканчиваем. Я узнаю сейчас.
Бабушка. Все равно как решить. Ну матери же играем. Мама, что ты? Ты же еще ни разу не ударил. Сейчас сет сыграем. А можно попросить, вот они нужно будут довести там до одного населенного голоса. Вот. Ну что, это не нравится. Шел бы ты. Да, может. Позвони сейчас, если ты так будет. Попал, да? Держи себя в линии. Жень, что там? Что? По счетам. 2-1. 2-1? Ага. А еще сколько играть? До 6. Пока не будет. 6. Пока не будет у кого-то 6. А 2 у вас? Да. Yeah!
Мальчик, кинь мяч, пожалуйста. Спасибо. Два есть? Детка. Детка, ну что не слышишь? Первый мяч. Ну что? Мирослав стоит. Молодой человек, молодой человек, иди сюда. Я ж предупреждал тебя, подождите. Женя, твои знакомые? Я раз сказал, курить нельзя. Какие? Второе, вот этот парень, твой знакомый? С тобой пришел? Нет. Вон сидит, в углу. А. Ну, что, где-то не сад, что ли? Он уходит, да. Нет, ну... Ну, там обычно, вот первый раз там покурил. Я уже ему сказал первый раз. Ну, что это за дела? Значит, смысла нет с ним приходить. Ты контролируй тогда с кем-то. Вот, камон! Первое, да, подача? Первый.
вчера отскочили. Ярослав, наш на топ. Играть видео, двух мозгов, да? Продал на своей подаче, но все равно. Не, ну не обсудили какие-то. Ну, я не смотрю, время есть сейчас, но... Ну, видео вообще не видно. Я думаю, даже величайший. Я вот живую видел там. Посмотри, след надо. Ну, по-моему, задел, я задел. Да. Ты бы, блядь, сидел, там случайно попадал. А потом, значит, после 4. Как с вами договориться? Не, ну у меня проблема там, видите, я вас одних-то не оставлю, мне там уже люди будут. Можно с вами договориться, например, на 4 что-то? Короче, ладно, давайте, выезжайте. Там оставлю вас одних, а в принципе, это уважаемая фирма. Выезжайте, да, и потом мне позвоните, там, ну, видимо, что там брелка не будет, надо просить за хана. Беги! Ну, забыл. Да какой замер этот пульт? Я вижу, что там пульт. Нет, не осторожно, ты стоишь. Я ничего не понимаю. Счет 15-30, они перешли зачем-то. Разве гейм? Да. Нет, 4-2.
полтора, да, получается? 5-2. Не, это, не, 5-2, я 5-2. В теме, внутри мили. Все правильно в гейме, счет 5-2. То есть еще одна победа, и все. Что-то на вас сегодня одежды много. Готовились к осени. Ярославчик, молодец. Проведение опроса среди боксеров влияет на многочисленные удары по голове, на степень интеллекта. Половина опрошенных не поняли вопрос. Ты тянешься, как маразм. Блядь, дебил. Счет 15-30. Сейчас.
Молодец! Перекрывай. Это он честно, ты должен был Я не знаю, что залезли такие профессионалы. Он был перекладкой. Да нет, он... Ну, он полшага сделал туда, и сам же противопоход устроил. Задача не вышла. Да, блин, вообще не выехал, блин. Вы там в последний момент, блин, там потолок перетягиваете, что ли? Я там сейчас шкафы двигаю. Матчи переносятся на следующую неделю. 0-0. Здравствуйте. Извините, вы мне звонили, я не расслышал. Че, да? Да я пошутил. Нет, счет сохраняется. А, там автология. А вот только что у меня был звонок. Нет, на телефон я вам обратно позвонил. Если что-то следовало, но больше какого-то появилось за время, я обнуляю. Нет, еще один. Честно, было там уже 4 года. Это я. Ё-моё! Пропускал тренировки в течение месяца, наверное. Нарушал спортивные и
Быстрее будешь. Серега, спорим на 3 сета не растянет? На 2 дня может. Поэтому ты зря купишь, что делать? Да.